вам огромный привет! Мы только что приземлились в аэропорту Сеула под названием Инчеон. Этот аэропорт, кстати, признавался лучшим в мире на протяжении, по-моему, 5 или даже 7 лет. Так что обязательно советую посетить хороший аэропорт. И мы сели на поезд до нашего отеля, который находится в районе Мьёнгдонг. И поезд занял нас где-то 1,5 часа, и билетик стоил, кстати, вот этот билет, стоил он примерно 4000 вон на человека, то есть это, по-моему, 250 рублей, так что очень дешево. Еще вернув этот билет обратно в автомат, вы получите депозит 500 вон, что совсем неплохо. Итак, так наконец-таки мы добрались до нашего отеля. Кстати, ссылку на отель я оставлю в описании этого видео, называется Лотте. И это вид из номера. Мы поселились на 25 этаже, очень высоко. И пошли сразу же исследовать город, хотя немножко устали после 12-часового перелета из Лондона до Сеула. Я точно не знаю, как правильно произносится это название, но я буду называть его Мьёнгдонг. Это один из лучших районов Сеула для шопинга. И здесь вы можете купить просто огромное количество корейской косметики по прекрасным ценам. Так что обязательно загляните в Мьёнгдонг, если будете в Южной Корее. I'm trying to make it look professional. See, I'm doing it correctly, Добрым утром! Завтрак у нас в отеле оказался, ну уж, очень классный и необычный, и с прекрасным видом. И да, там была даже станция супов с шефом. Очень интересно. А вот так выглядит Мьёнгдонг в воскресенье утром. На дорогах почти ни души, но много машин. А все потому, что 7:50 или 8 утра. Ну а мы тем временем направляемся в королевский дворец под названием Гёнгбоккунг. А я просто уверена, что я опять произнесла все неправильно. Ну ладно, если из вас кто-то знает корейский язык, пожалуйста, поправьте меня и скажите, как это произнести правильно. Корейское метро, кстати, очень классное. Посмотрите, как оно выглядит. И там есть даже специальные сиденья для беременных женщин, которые никто не занимает. На них лежит игрушечка на сиденье, и на них вот никто вообще не садится. Ну а мы наконец-таки доехали до дворца, и здесь началась смена караула, поэтому я просто буду вам показывать. Thank you.
закончили осматривать дворец и решили поехать в популярный и знаменитый район Гангнам на метро. И, кстати, вот метро установлено большое количество таких вот шкафов с различными масками и противогазами, видимо, на случай войны. А еще хотела бы сказать про корейское метро, что, как оказалось, в нем достаточно легко можно ориентироваться. То есть я думала, что нам будет очень и очень сложно, но нет. Везде есть надписи на английском языке. Конечно же, в первый час, буквально как только мы пересели с поезда из аэропорта на метро, мы немножко потерялись. Вышли не там, нигде надо, пришлось снова войти в метро. Но потом разобрались и, кстати, везде пользовались ситимаппером, потому что Google Maps не работает в Южной Корее. Я сейчас купила себе просто мешок косметики Herborian. Это одна из моих один из моих любимых брендов. Это коллаборация, ну не коллаборация, это французско-корейский бренд. Но все на упаковке написано французском, корейский язык только наклеен. Но, по-моему, она изготовляется в Корее, поэтому здесь она дешевле. В среднем на 10 фунтов здесь каждый продукт дешевле, чем в Англии. И на 15 фунтов дешевле, чем в России. В России его тоже полно, но в России он очень дорогой. Кстати, сейчас мы пришли на Сенса Авеню в знаменитом районе Гангнам. Если вы помните песню Gangnam Style, да, конечно же, мы сюда пришли, не могли это пропустить. И у нас буквально полтора часа осталось, даже меньше час, и мы поедем обратно в аэропорт и полетим в Токио. Если вам понравилось, было интересно. И до новых встреч!